Когда мы выходили на сцену в начале карьеры, в конце 90-х, мы выходили в зал и от ужаса просто вот расширялись глаза, потому что в зале были дети. 12, 10, 8, 13 лет и так далее. О каких предложениях переспать вы говорите? Не то, что не было предложений, не было ни спроса, ни пожеланий, ни идей, ни возможностей, ни желания. Ты просто смотрел и выискивал хоть кого-то постарше. А это были только мамочки с детьми, но только если брать постарше. Поэтому все первые годы мы были безумно грустной группой.